А не тот. Я не понимаю чего-то великого, прыгну в аквариум рыбкою, буду бродить в этом малом стеклянном квартале. Я не ожидаю тепла и зарплаты, мои повседневные траты несопоставимы с доходом в течение года. И если мне завтра предложат уехать, то вряд ли заметной помехой не станет погода и вода. Росли, что растут у барьера, стихи и карьера. Зачем сквозь стекло ты глядишь на меня? Я не собираюсь в пророки и Будды, распятья не будет, и так мне достаточно жертвой заради сюжета, ведь я не сочиняю совсем небылицы. Мелькают знакомые лица в моих недописанных строках. Куда мне в пророки, но к счастью, пишу я, понятно, нечасто, и все мы похожи по части. Заботы о ближнем я вижу тебя сквозь прозрачные стены, и это почти равноценно тому, что я верю в тебя.